Здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас ежедневный расклад карты дня 29 декабря. Сегодня у нас вторник, мы все ближе и ближе приближаемся к Новому году. Давайте посмотрим, что нам приготовил этот день, 29 декабря. Расклад у нас будет по знакам зодиака. Овен, старший аркан, дьявол. Да, здесь кто-то вас будет искушать, кто-то или что-то вас будет искушать или соблазнять. Но дьявол – это материальный мир, это наши желания, это наши хотелки, хочухи. Иногда он говорит, что мы хотим что-то купить, куда-то поехать, но, скорее всего, для этого нам нужно воспользоваться чужими деньгами. Например, купить хороший подарок, но, может быть, влезть в кредит. Да, карта говорит, дьявол легко дает, но потом серьезно спрашивает. Поэтому будьте осторожней. Соблазн велик. Конечно, это еще желание нарушить какой-то запрет. Может быть, кто-то на диете, это съесть кусочек торта, кто-то бросил пить, курить. Это выкурить сигаретку, выпить рюмочку. Но еще здесь может быть соблазн связан с противоположным полом. И опять карта вам говорит, прежде чем поддаться на это искушение, подумайте о последствиях. Они для вас могут быть отнюдь не безобидны. Хорошо, телец. Паж кубков. Ну, смотрите, паж кубков, это могут быть наши дети. Это очень эмоциональный, чувственный, добрый, ласковый ребенок. Но еще это может быть зарождение творческого замысла, идей, мечты или какие-то ободряющие новости. Но также паж кубков – это все, что относится к любви, к отношениям. Кто-то может получить сегодня признание в любви, кто-то получит предложение руки и сердца, кто-то может сегодня помириться, если вы были с кем-то в ссоре. Но также это может быть известие о беременности для кого-то. Кто-то может сегодня сходить в какое-то приятное место, может быть, посмотреть фильм, посетить выставку. А может быть, сегодняшний день принесет вам новые познания, навыки или опыт в каком-то вопросе. Но в любом случае, карта дня говорит, что сегодня вы будете полны творческой энергии, желания познавать мир. А значит, скучать вам сегодня не придется. Близнецы, семерка мечей. Да, ну как карта дня, она может показывать продумывание стратегии. Может быть, у вас очень много планов. Ну, сейчас у нас идет подготовка к Новому году. Здесь вам карта говорит, обязательно составьте список. Иначе вы можете что-то забыть. Но еще карта говорит, сейчас очень много народу. Очень много посещений общественных мест, будьте аккуратнее со своими ценными вещами. Следите за кошельками, следите за картами, и мошенники у нас сейчас опять активировались. Будьте внимательны, какие ссылки вам приходят, какие звонки поступают. Но также здесь карта говорит, вы, может быть, на работе вы сегодня столкнетесь с какими-то подлыми уловками, может быть, кто-то за вашей спиной там какие-то предпринимает действия. Знаете, как люди в глаза улыбаются, а за спиной держат нож. Поэтому вам карта говорит, сегодня вы должны быть начеку. Здесь могут быть еще нарушенные контракты, несдержанные обещания. Ну, давайте одну карту. О чем нас предупреждает? Да, пятерка мечей. И там закрыта дверь. Да. Знаете, вы можете сегодня раскрыть какого-то человека, который как-то за вашей спиной ведет нечестную борьбу. Может быть, это реально на работе. Какие-то коллеги, сослуживцы, бизнес-партнеры. Может быть, и конкуренты, конечно. Может быть, вы сегодня кого-то будете подозревать. Но вы знаете, вот по пятерке вы можете полностью разорвать отношения с человеком. Так, туз жезлов. Мне хочется еще одну карту. Что какой-то у вас сегодня сложный день.
Еще и королева мечей. Одни мечи. Ну, вообще, это ваша масть, конечно. Королева мечей – это когда нас что-то сдерживает, что-то нам мешает. Вот сегодня вы можете, как я говорю, по семерке мечей, по пятерке, вот этим мечом сегодня вы можете обрубить то ли какие-то отношения. Как бы у вас сегодня появится шанс принять правильное решение и освободиться от всего этого. Вот то, что у вас, вот видите, это у вас за спиной. Я говорю, может быть, это вот на работе какие-то люди. А может быть, чтобы выйти из какой-то сложной ситуации, вот семерка и пятерка мечей, вам нужно сегодня будет с кем-то проконсультироваться. Это может быть адвокат, судья, ну, юриспруденция. Это может быть преподаватель. Ну, вы знаете, вот, например, на ребенка на вашего какие-то поклепы идут, и вы сегодня пойдете разбираться, например, с учительницей, что там происходит вообще. Или это может быть врач, хирург. Но я скажу, что у вас получится сегодня отстоять свое честное имя и отбить все эти нападки. Но карта вам говорит сегодня, действуйте жестко, чтобы другим неповадно было. Не знаю, где это у вас будет происходить. Может быть, это и в отношениях с кем-то. Может быть, это дома, в любовных отношениях. Может быть, как я сказала, коллеги. Но в любом случае, сегодня у вас сложный день. Да. Так, раки. Старший аркан сила. Да, но карта говорит, сегодня очень много дел. Может быть, сегодня будет очень много работы. Может быть, будет очень много препятствий, трудностей на вашем пути для решения вопросов. Но по силе вы справитесь. Но вам нужно будет проявить силу духа, настойчивость. Даже, я бы сказала, настырность. И у вас есть сегодня все шансы преодолеть все эти препятствия и справиться с любым объемом работы. Конечно, может быть, еще карта говорит, кто-то вас сегодня будет дергать, как бы вызывать вас на эмоции. Вам нужно просто сдержаться. Но сила – это еще победить самого себя. Это может быть преодолеть свою лень, какие-то комплексы, зажатость. Страхи. То есть это одержать победу над своими недостатками. Может быть, над какими-то вредными привычками, привязанностями. Поэтому, что бы сегодня у вас ни случилось, вы обязательно выйдете победителем из всех сложностей, трудностей и проблем. Но сил и энергии сегодня будет потрачено очень много. Львы, туз мечей. Да, туз мечей у нас это прояснение какой-то ситуации. Когда человек долго блуждал в лабиринте мыслей, никак не мог найти вот выход из этой ситуации. И сегодня у вас появляется мысль, и вы понимаете, как действовать. То есть этот меч говорит «я знаю». То есть человек теперь знает, он не колеблется, он уже принял решение. Это может касаться какой-то ситуации сложной, это может быть относительно работы. То есть человек может найти новую работу. Это подписание документов. Или принятие решения, что все, с этой работы я ухожу. Она мне больше не нужна. Или я закрываю этот бизнес. Также это может касаться какого-то разговора с кем-то. Расставить все точки над «и». Это может быть, конечно, личные отношения. Или отношения там, с коллегами, с бизнес-партнерами. С друзьями, с родными и близкими. Тут может быть, если это личные отношения, человек принимает решение вступать в новые отношения. Или наоборот, кто-то может сегодня из львов подать на развод. Но еще это приходят какие-то известия, новости, которые вы очень долго ждали. Документы, подписание каких-то договоров, сделок. Ну, то есть сегодня будет день ясности. Какой-то долго текущий вопрос наконец-то закончится. Если кто-то долго находился в судебных разбирательствах, сегодня может быть вынесен вердикт. То есть все, заканчивается долго тянущаяся ситуация. Хорошо. Девы.
десятка мечей. Да, десятка мечей говорит, что сегодня или заканчивается какая-то сложная ситуация, или вам сегодня нужно самим подводить под чем-то черту. Иногда десятка мечей говорит о несбывшихся мечтах, о провалившихся планах. Может быть, кто-то сейчас планировал куда-то уехать на Новый год, но понимаете, что опять все границы закрылись. Если это касается отношений, то вы понимаете, что ваша любовь закончилась. Все, надо подводить черту, надо это заканчивать. Да, десятка мечей иногда говорит, что нам больно расставаться с чем-то. А иногда, наоборот, мы по десятке мечей чувствуем облегчение, что наконец-то что-то в нашей жизни закончилось. Кто-то может уйти сегодня с работы, кто-то может закрыть свой бизнес. Успеть как бы до конца календарного года. Хорошо, весы. Четверка кубков. Ну, тут, знаете, как четверка кубков может говорить, что сегодня на вас может навалиться лень, апатия, вообще нежелание что-либо делать. Иногда эта карта показывает просто плохое настроение. А иногда она говорит, что какое-то до этого перенапряжение могло у вас сегодня вызвать усталость и тоску. Вообще, это карта не действий, а продумывания. Может быть, еще она говорит, что есть у вас сейчас какая-то задумка, над которой вы сегодня будете размышлять. Как бы по четверке человек больше находится в своем внутреннем мире, нежели во внешнем. Конечно, может быть, она показывает, что вы с кем-то поссорились, может быть, со своим любимым человеком, и сейчас вы сидите, дуетесь. Но здесь есть шанс помириться. Также у нас эта карта избирательности. Например, человек в поиске работы. Ну, опять же, абы какая работа вам не нужна. Вам нужна только хорошая работа. Лучше я вот посижу, подожду, чем буду заниматься какой-то ерундой. Ну, также это может касаться и отношений. Есть какие-то предложения. Но, опять же, вы ждете или принца, или принцессу. Ну, и так это у нас как карта одного дня. Я думаю, что просто вам сегодня захочется похандрить. Скорпионы. Восьмерка жезлов. Да, но восьмерка жезлов — это очень активная карта. Она может показывать быстрое развитие. Она обещает ясность в каком-то вопросе. Это ускоренное продвижение к цели. То есть это когда вот все зависло, и вот сегодня начнется движение. Это может быть одобрение вашего проекта, заказа, повышение продвижения по карьерной лестнице. Ну, восьмерка — это еще какие-то денежные переводы. Может быть, кто-то получит какие-то деньги. У кого-то может быть повышение зарплаты, какая-то премия к Новому году. Если вы долго ждали разрешения какой-то ситуации, получения каких-то документов, то вот сегодня они могут прийти. Конечно, это очень активная карта. Может быть, кто-то сегодня будет очень много передвигаться, ездить, покупки подарков, продуктов к Новому году, решение каких-то дел. Ну, потому что потом 2 недели никто не будет работать, поэтому нужно успеть решить какие-то вопросы. Кто-то может отправиться в поездку, кого-то отправят в командировку. Но еще иногда эта карта показывает перелет на самолете. Может быть, кто-то на Новый год поедет куда-то отдыхать. Стрельцы. Пятерка жезлов. Да. Ну, здесь, смотрите, здесь двери нет, тут она вообще замурована. Да, у вас есть кувалда, вы можете эту дверь сломать. То есть, как бы карта говорит, сегодня будет очень много препятствий и препонов на вашем пути, на достижение того, что вы сегодня запланировали. Причем вот по этой карте никто не хочет вам помочь. Также вы сегодня можете с кем-то спорить, доказывать свою точку зрения, выяснять какие-то вопросы. Может быть, вам нужно будет сегодня постоять за себя. Здесь еще, знаете, может быть, вот на работе есть претенденты, там, не знаю, освободилось какое-то место, объявляют конкурс. Вот вам нужно будет сегодня очень постараться, чтобы доказать, что вы способны занять эту новую должность. Да, могут быть другие претенденты. Здесь вам нужно попытаться перехватить инициативу на себя. Также это могут быть конкуренты в работе.
Опять нужно их обойти. Может быть, вот перед Новым годом объявить какие-то акции, распродажи, чтобы привлечь покупателей и клиентов. Если это касается отношений, здесь или у вас идет борьба за лидерство в отношениях, или у вас в отношениях кто-то вклинился, и вам нужно бороться за вашу любовь. Ну, или карта говорит, вы сейчас одиноки и боретесь с собой, чтобы решиться вступить в новые отношения. Может быть, кто-то у вас появится сегодня. Но в любом случае, сегодня будет день борьбы. Да, ну, у вас есть шанс преодолеть все эти сложности. Так, козероги. Старший аркан – умеренность. Конечно, как карта дня, она говорит, что сегодня будет очень спокойный, гармоничный день, без каких-либо эксцессов, происшествий, скандалов, ссор. Потому что сегодня вы будете находиться в гармонии с самим собой и с окружающим миром. Еще у нас умеренность – это ожидание. Может быть, есть какая-то ситуация в вашей жизни, но старший аркан умеренность говорит, не стоит форсировать события. Очевидно, существуют обстоятельства, которые мешают развиваться ситуации так, как вы хотите. Просто нужно подождать. Ну, опять же, как карта дня, скорее всего, у вас будет сегодня очень спокойный, гармоничный день. Если кто-то болел, то эта карта говорит о выздоровлении. Водолей. Рыцарь Пентаклей. Ну, здесь, смотрите, или карта говорит, вот он даже тут показывает, он везет подарок. Или карта говорит, кто-то сегодня будет очень много трудиться, заканчивать какие-то заказы до Нового года. Или кто-то сегодня будет совершать покупки. Это может быть покупки подарков, вкусняшек, еды для праздничного стола. То есть очень много будет поездок, связанных с тратой денег. Но здесь, может быть, подарки-то более крупные. Потому что все-таки рыцарь Пентаклей – это может быть и участок земли. Может быть, кто-то сейчас занимается покупкой автомобиля, потому что хорошие скидки автосалоны дают. Также это может быть крупная бытовая техника, ну, то, что сейчас на распродажах. Поэтому, скорее всего, у вас сегодня день будет посвящен поездкам с тратой денег. Да, еще, конечно, это может быть какая-то прибыль. Может быть, кому-то дадут там, не знаю, премию к Новому году. Кто-то получит прибыль за ранее выполненную работу. Поэтому тут или прибыль, или вы будете тратить деньги. А может быть и то, и другое. Рыбы. Пятерка Пентаклей. Так, ну здесь дверь закрыта. Пятерка Пентаклей – это карта кризиса. Но не забываем, что это карта одного дня. В чем-то вы сегодня почувствуете недостачу. Может быть, захотите кому-то сделать хороший подарок, но понимаете, что у вас не хватает денег. Но еще здесь одно предупреждение. Наоборот, если вы сегодня будете заниматься шопингом, то рассчитывайте свои финансы. Вы можете сегодня истратить больше, чем следует. Также карта предупреждает вас, что сегодня вы можете потерять какую-то сумму по вине мошенников. Может быть, по своей собственной невнимательности, доверчивости. Поэтому сегодня очень аккуратно со своими деньгами. Но еще у нас пятерка Пентаклей иногда говорит, что если у вас какое-то сложное положение, то вы обязательно должны кому-то обратиться за помощью. И вам помогут. Это могут быть друзья, родные, близкие, коллеги на работе, начальник. Да, но не забывайте, это у нас карта одного дня. Вот такой у нас получился прогноз на 29 декабря. Я благодарю вас за просмотр. Хорошего вам дня. Берегите себя. До свидания.